Всем привет! Маленький ролик про ветрогенератор GDX свой хочу показать. А именно показать прям визуально. Я надеюсь, сейчас у меня просмотрю, прибор попадает, нет? Так, так, где тут? Лампочка 40 Вт, 12 вольт. Видим, светится 5 вольт. У нас с ветряка вылетает. Тока нет, погода там у нас снег пытается прорваться, но еще нету. Давайте посмотрим, какой ток идет. Это интереснее. Так. Вроде все попадает. Контакт. Точно вот здесь вот. Щуп-щуп-щуп-щуп-щуп. Блин. Пусть кочегарится, ветер сильный. Так, 1 ампер, 1,5 ампера, 2 ампера. 3 ампера почти. Так. Напряжение 6,7 вольт, больше 2 ампер, 10 вольт. Причем стоят 100 ватт солнечной батареи, 2 штуки, поле Германия, эффекта 0. То есть, как видим, лампа тухнет. На киловаттной моей системе влетает в систему всего лишь ток, это вот напряжение всей системы моей, там маленький, меньше ампера или около ампера. Посмотрите, 6 вольт, 2 ампера, блин, круть. По идее, все должно работать и радовать жизни. Вот такая вот маленькая демонстрация вам. А теперь фишка. Сейчас он чуть-чуть может зашкалит, пока я рассказываю. Ну, вы наблюдаете. А теперь фишка. У меня стоит грид-инвертор. Ветрогенератор я добавил, толку ноль. Моя фишка с конденсатором работает. Если кондер убрать, напряжение меньше. Если кондер ставить, напряжение больше. Если солнечных нет, то на лампочке свет будет пульсировать немножко. Если убрать кондер, ничего не будет пульсировать. Но толку от этого все равно мало, потому что грид-инвертор перестал скидывать от ветряка в сеть, только от солнечной батареи. И ветряк я подключал к аккумуляторам, у меня сутки пытался зарядить, толку ноль. Короче, ток есть, напряжение не дотягивает, хотя обороты там бешеные, просто конские. Короче, делаю вывод, что ветрогенератору этому очень нужны большие обороты. Самое смешное, когда обороты доходят, например, до 12,3, да, он как бы отталкивается от них и начинает тормозиться. И все. То есть толку от этого ноль. Вот смотрите, 1 вольт. Пол ампера, это, наверное, солнечных прилетает. 0,8, 1 вольт. Вот именно за счет ветряка, ну, выжимается максималка тут. Лампа светится не в полный накал. Полный накал, это гораздо ярче, чем даже сейчас было. И ниже белого света, белый свет тут за 14 вольт зашкаливает. Белый, ну там и ток приличный, что-то около 4 или 5 ампер. Вот смотрите, пользы от этого ветряка 0. Я вот про то, что почему я разочаровался в ветрогенераторах, потому что, ну, лампочки, да, может быть, можно питать, светодиоды там горят, но без дополнительных каких-то доработок или контроллеров МППТ, то есть выжить, ну, проблематично что-то. Хоть и ветра в последнее время у нас появились, а толку от этого не прибавилось. Вот я убираю, смотрите, напряжение солнечной батареи
У нас 14, 15, 16, 17. Лампочку там чик-чик-чик и все. Это стоят конденсаторы в гриде. Если я включу грид, тут то же самое, все в ноль упадет и толку никакого не будет. А так вот смотрите, 15 вольт. Ну это смешно. Лампочку вешают, только накал пытается немножко покраснеть, и все, напруга падает. Пол ампера влетает вроде бы. А толку маловато. Прям какая-то прям мистика, однако. Вот. На этом, наверное, все. Вот, может, ролик этот кому-то что-то может скажет. Кто-то, может, хотел ветряк, а в ветре своем не уверен. Вот главное, искра-то есть. Блин. Красный это ветрогенератор. Вон она искрит. Вот если импульсами брать, да, базара нет, слушайте, может сделать все это, какой-нибудь вот так вот забирать импульсами. И ветряк, в принципе, не тормозится. То есть, ну, как идея. То есть, может, кому-то это поможет или кто-то совет даст. Посмотрите, в принципе, нарастает лучше, да? А частотой можно, в принципе, транзистор открывать. И ветряк будет не так тормозиться. Ну, толку мало. Только ради того, чтобы использовать лампу накаливания, обогрев с него, ну, я не знаю, ну, шуточный какой-то будет. Не знаю, думайте сами, решайте сами. Главное, мне, надеюсь, видно там было все. С камерой вообще не смотрю. Так что вот, ребят, вот такая вот игрушка. Ветрогенератор, это игрушка. Я надеюсь, у меня все-таки получится добраться, найти токаря у нас в Новосибирске и выточить то, что мне надо. У меня еще моторчики есть. Я не знаю, то, что ток дает, напряжения нет. 24 вольта, 2900 оборотов. Пять семьдесят пять ампер, 48 ампер максимальный ток приема. Ну тут вообще обороты конские. Вот такой, наверное, используют на электротранспорт скоростной мотор. Достаточно неплохой. Я не знаю, ватт, так скажем, он на 24 умножить на 5 200, ну 250 ватт моторчик. Ну, скоростной. Ух ты, как хорошо-то. Тут ветер-то раскочегарил. Вон, смотрите, за 14 вольт. О! Давай, давай. Ага. Нагрузку подключаем, и вся прелесть падает. Ну, как вариант, только использовать какой-то повышающий преобразователь. Напихать сюда кучу конденсаторов. Кстати, вот под нагрузкой давайте кондер подключу. Смотрите. Светит. Кондер убираю, кондер подключаю, убираю кондер, блин, подключаю, убираю, подключаю. Под нагрузкой разницы вообще нет. А вот без нагрузки, вот смотрите, убираю конденсатор 7,4, да, подключаю, убираю 14,2,15. Ух ты. А если сказать, что-то он, походу, отваливается. Там у меня контакты отвалились. Так, 17, убираем 11, 10, подключаем. Махом набегает. Убираю, все падает. Так вот пиково как-то добивает до чего-то. Вот включаю грид-инвертор. Вот он мигает.
Ух ты, сейчас даже, наверное, в сеть отдают. О, побежала в сеть отдавать. Ну, солнечная батарея плюс ветряк работает. Ветряк перестал работать, хотя до этого он работал. Ой, как-то так грустно. В общем, надо делать новый ветрогенератор из велосипедного колеса электро. Это будет гораздо веселее. Больше напряжения, ток. А на этом все. Всем спасибо. Всем удачи. Всем пока.